81-летний пенсионер в Красноярске выложил 160 тысяч за поддельные монеты. Продавец, приезжий из Пензенской области, приобрел не настоящий антиквариат в интернете, а покупателя нашел на улице. Ему без труда удалось заинтересовать пожилого человека монетами с Елизаветой и Петром Первым. Грешу, вот старик, я ему подошел и говорю: разбираетесь ли в этих монетах? Он говорит: да, разбираюсь. Это Елизавета, это Петр Первый. Ну, он говорит: давай присядем на скамеечку, я посмотрю их. Посмотрел. Вот тебе их много? Я говорю: да. Ну, я ему дал там штук 100, наверное. Запросил ему 200 тысяч. Он говорит: у меня есть 160. Я говорю: давай. И взял ему 160 тысяч. Родственники пенсионера заподозрили обман и обратились в полицию. Продавца задержали за мошенничество. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Большую часть денег потерпевшему вернули.